Я в одной из трансляций обещал вам рассказать за икону. Вот икона Иверской Божьей Матери, видите, сейчас она в новом кивоте. Но вот история такова. Хотел я вам с другого ракурса показать, но, к сожалению, придется так. Камера почему-то не срабатывает. Значит, эта икона была в старом храме, и когда стали перевозить, немножко треснуло стекло, решили стекло поменять. И сейчас я покажу, когда ее стали менять. Вот краешек лопнул, сейчас я покажу. Вот. Неудобно, конечно. Вот видите, здесь уголка нету. Вот. И когда ее менять, то увидели, что что-то вот непонятное. Если вы обратите внимание, вот под некоторым ракурсом, как будто икона, это стекло положили на черный фон, на черную ткань, и вырисовался образ. А когда стали изучать, то стали стирать, с этой стороны ничего не стирается, с той стороны ничего не стирается, и получается, что как внутри стекла пропечатался этот образ. То есть вот, знаете, чудо такое, как будто икона дышала. Вот этот иконы, Иверской иконы Божьей Матери, да, не вся она как бы запотевшая, когда ты дышишь, то у тебя целая область становится, да, как от дыхания заполняется, а здесь прям именно контуры. Вот такое вот чудо с этой иконой, Иверской иконы Божьей Матери. И еще одна, сейчас я подойду, покажу вам. Пока иду, я напомню, что есть, может, в интернете вы видели, были, что иконы, и они сотами обделаны, но вот именно где лик, там они не трогали. Вот смотрите, уже делаем как возможно. Вот эта икона Спасителя, она железная. Не знаю, увидите ли вы или нет, я с нескольких ракурсов сделаю, вот так вот покажу. И эта железная икона, она мироточит. Она мироточит много лет, именно железная икона. Когда мироточит деревянная икона, это где-то понятно. А вот когда мироточит железная икона, иногда еще благоухает, это, конечно, очень удивляет, как чудо. Поэтому вот я вам обещал за эти две иконы рассказать и вам показываю. Сейчас я поверну вот так вот, чтобы вам более показать. Ну, к сожалению, не показывает мне другая камера. Вот две иконы. Иверская икона Божьей Матери, икона Спасителя. Это о чудесах, которые рядышком, где я служу. Храни вас Господь. С вами был проект Батюшка Лава, Батюшка Любовь, священник Константин Мальцев. Аминь.